Беда в том, что мы когда разрушаем, уничтожаем и так далее, я говорю, что иногда не сходится наша борьба. И когда мы начинаем особенно бороться с недостатками, у нас же куча недостатков, и мы говорим, нормально, мы с ними боремся. Я говорю, давайте проанализируем слово «недостаток». Вот чего-то недостает, не хватает. То есть это дыра, пустота, вакуум, яма, там, ну как угодно. Я говорю, скажите, сколько гранат нужно бросить в яму, чтобы ее уничтожить? Вот поэтому с таким же успехом мы боремся с недостатками. Чем сильнее мы с ними боремся, тем большим цветом они цветут.